спонсор рубрики «Что есть» – сеть магазинов «Семья». Руккола относится к семейству крестоцветных, так что ближайшие ее родственники, несмотря на ее репутацию изящной представительницы кухни высокой, сама суровая простота – хрен, редька и капуста. Впрочем, и руккола весьма неприхотливо растет, не требуя к себе особого отношения, ухода, но мы сегодня не об этом. Здравствуйте, дорогие друзья! Традиционно использованием рукколы в самых разных блюдах славится кухня итальянская. И сегодня мы приготовим один из традиционных итальянских салатов. Ну и о рукколе, конечно, поговорим. И еще древние целители знали об уникальных свойствах этого растения и с успехом применяли рукколу для лечения многих недугов. Считается, что она снижает количество сахара в крови, увеличивает показатели гемоглобина, восстанавливает водно-солевой баланс, укрепляет иммунную систему, обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Именно поэтому салаты со свежим ее использованием особо показаны в осенне-зимний период. Это на тот случай, если кто-то особой вкусовой привлекательности в рукколе не находит, и это, к сожалению. Нежное горчичное послевкусие с нотками ореха и перца, от выразительного звучания до желания попробовать, согласитесь, один шаг. И сделать его можно легко и просто. Руккола – универсал в смысле сочетания с другими продуктами. Она отлично сочетается с овощами, огурцы, редис, помидоры, с любыми видами мяса – говядина, свинина, баранина, с зеленью, шпинат, щавель, кинза, с красной рыбой, семгой или форель, с молочными продуктами, с бобовыми, с крупами. Впрочем, как и любая другая зелень, возможно, скажете вы, возможно, но в отличие от любой другой зелени, руккола отлично сочетается еще и с фруктами. Скажем, можно приготовить салат с грушей, сыром и рукколой, или салат с креветками, ананасом и рукколой, или с запеченными фруктами, сливы, персики, яблоко и руккола. Ну а мы сегодня приготовили тот салат, который можно назвать классическим итальянским. Обратите внимание. Салат с моцареллой и рукколой. Соединить нарезанную кубиками моцареллу, половинки помидоров черри, каперсы, рукколу. Посолить, поперчить, присыпать пармезаном, заправить бальзамическим уксусом и оливковым маслом. Об оливковом масле еще несколько слов. Алиталия – один из самых продаваемых брендов оливкового масла во всем мире. Традиционное оливковое масло Алиталия, нежное и ароматное, станет идеальной заправкой для салатов. Оливковое масло Алиталия вы можете купить во всех магазинах «Семья». Прямые поставки оливкового масла из Италии. All Italia. По специальной цене только в сети магазинов «Семья».